Надя приехала домой. Надежда, с приездом тебя. Все, теперь будут знать. Мы сейчас попробуем какие-то вкусняшки. Маша, это что? Смотрите. Это что? Это папайя. Папайя. А вот это что взяла? Гуава. Гуава. И это еще что-то. Я забыла, что это. Ну, вкус такой странный. На, попробуй, Карин. Даже не знаю, с чем похоже. Да, попробуй. Скажешь, на что похоже. Я не могу понять. Ешь! В Таиланд мы пока не скоро полетим. Но в этом следующем году точно нет. Спасибо, зайка. Карин, ну, как? Ну, не знаю. Такое, да? Оно жуется, как бы, она мягенькая. И вот такая штучка какая-то. Вот такая. И это надо кушать. Карина. Похоже на деревья. Это вкусно. Три слоя. И тут такая косточка. Ну, вот, как-то так. Это папайя, да? Сейчас, дайте папайю. Вот это вот. Это папайя. Говорят папайя, ну, давай папайю. Будто пряная тыква с морковкой. А шкурку не кушаем, да? 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 Мне как-то не зашло. Ну как, Карин, вкусненько? Ты сладкую вообще взяла часть? Ну да, не кислую. Вот такое вот, черненькое. Да, да, да. Все нормально. Маш, все окей. Я первый раз, когда попробовала, только... Вот и я так сейчас думаю, что это. А потом когда ты там недельку покушаешь. Не нравится. Так, Маша дала мне другой кусочек. Сейчас его попробуем. В общем, папайя... Так. Блин, друзья, манго, конечно, они прям еле-еле доехали, еле-еле держатся сейчас. Я думаю, вот манго будет вкуснее. Да. Нектар будет просто. Мне-то вкусно, нормально. Не знаю, где-то вкусное, но по мне как-то... Набрала на Маше на день рождения вот таких штук всяких разных. Думаю, ну, шиканул. Бутылку пива взяла. Короче, съела только вот эту желтую, все остальное выбросила. Все с перцем оказалось. Все острое. Оно так не видно, что оно ж не острое, не острое. Там должно быть написано. Нет, это не острое. Это то, что мы, ну, как бы, доживаем. А что это? Ну, это как-то нас подается. Это разное такое. Да. Для, под пиво, да? Пахнет этим нашими кальмарами. Нет, не кальмары. А то я там всяких понабирала. И все. Мамга, это самое вкусное. Это теперь мой самый вкусный. У меня как его? Ну, это... Нет, так и... Возьмите всю дольку. Ага. Манго. Какой кусочек брать? Да, любой перекусить. Ну, вот этот лучше. Да, манго самое вкусное. Вкуснятина. Так надо ее... Да, так бери, реально кушаю. А, там шкурка. Конечно. Так это от шкурки. Держи, нет. Держи. Ага. Карина, я даже рот открыла. Думаешь, тебе сразу закинут. Я манго помню вкус, что оно вкусное, когда была в Ливане еще. Вот я запомнила манго вкусный фрукт. А это было очень давно. Вкусненько. Манго супер. Самый лучший тайский манго в этом, на Пхукете.
Это король фруктов считается, да? Не, король фруктов дуриан, но его запрещено перевозить. А почему? Из-за запаха. Он наркотический, что ли? Не, он из-за запаха, из-за запаха. Мне пахнет, и всем остальным воняет. Не, ну дуриан у меня что-то так с Дуриан Грей, это же имя дуриан есть. Да, не, ну он пишет дуриан, но... Дуриан Грей. Вот такое оно. Ой, папа Пинг, Пеппа Пинг, да? Не папа, Пеппа. Так. Сейчас, если порезать. Карина, ты будешь кушать? Конечно. Так вы говорите, он невкусный совсем. Чего невкусный? Он без сладкий. Не, ну знаешь, когда такая красота, ожидаешь тоже такого вкуса особенного. Молочный какой-то, да? Красивый, да. Она можно? Ну, по вкусу как еле сладкий киви. Смотри, я вот так же. Ну, да. Ну да, красиво смотрится вообще. Mm-hmm. Ну, давайте, да, давайте уже попробуем. Всё, сейчас режу. Мне вот эти штучки больше всего понравились, вкусненькие. Ладно. Серединку взять? Ага. Потом сюда приехали. Пошли пробовать. Такой. Я. Ты попробуешь, Анну, кусочек, давай. Я пробовала еще давно, Лея когда-то, она преподавала живопись. Вкусненько? Не хочет. Дрэгон. И мы такие, вау, собрались, мы же сейчас будем. Да, белый такой. Такие. Разрезали, фотосессия, там фоткаем, все там в Инстаграм покладываем, пробуем. Не поняли. В чем прикол? Да, да. Ну, на поле прям. Что-то такое. Такой окрас боевой. Не хочу. Мне так хорошо тоже макдональдс открыть. На. Мне тоже не понравился. Ты понравился, и мне не понравился. Ну, как-то так. Вкусненько. Нормально.